Опять весна и лопаются почки. Это сборник стихов Игната Тихоновича Лапкина «Церковь, свобода, тюрьма». Страница 44-45. Опять весна, и лопаются почки, а панцирь листьев засушил мороз. Вновь полнолуние, день длиннее ночи, из могилы восстает Христос. Оставив пелены и мрак могилы, сиянием дивным вышел окружен. Не зря Мария с кушаном спешила, ее с любовью принимает он. Христос воскрес, хорали перезвонов со всех церквей и маковок ветвей. Христос воскрес, ликующее слово не слышится, выводит соловей. Не слышится, выводит соловей. Какая встреча ожила надежда, порывом ветра падает к ногам. Не прикасайся, я не тот, что прежде. Спеши скорей к моим ученикам. Прислушайтесь, как стонут удивленно горлинок томных с крыши голоса. Какой восход встает окровавленный, и в пурпур одеваются леса. Христос воскрес, в хорале перезвонов со всех церквей маковок и ветвей. Христос воскрес, ликующее слово не слышится, выводит соловей. Не слышится, выводит соловей. Христос воскрес, крушение льда и камня, и сотрясение дьявольских твердынь. Враги лежат, а ужас восклицаний достиг Освенцем, Колыму, Хатынь. Вы слышите внизу толпы гуденье, и тут и там спешит восстать мертвец. Встают свидетели Христова воскресенья. Воскрес, воскрес, воистину воскрес. Воскресший хор благоуханьем тлена. Низвергла Рим и пал КПСС. В аккордах рабни Удина колено. Христос воскрес, воистину воскрес. Христос воскрес, воистину воскрес. Встает заря, разбуженная эхом смущенных жен несмелые голоса. У мертвых губы на
наполняет смехом. Легионером дыбит волоса, сверкает молнию верный небожитель. Повернул камень он и в ужас палачей. Восстал, воскрес истерзанный спаситель. Играет солнце в трепете лучей. Воскресший хор благоухание крена. Низвергла Рим и пал КПСС. В аккордах радуги не будет на колено. Христос воскрес, воистину воскрес. Христос воскрес, воистину воскрес. Христос воскрес, хорали перезвона со всех церквей и макова ветвей. Христос воскрес, ликующее слово не слышится, выводит соловей. Не слышится, выводит соловей. Христос воскресе! Воистину воскресе! Воскресе! Вот такая песня. Ну, можешь не выключать, сейчас еще продолжение следует. Да. Сегодня у нас вторник, Светлой Седмицы. Славим Господа Иисуса Христа. Приехал брат, покажись нам. Покажись. Светик, покажись, не стыдись. Сейчас и еще. Сейчас он только... Носит и носит, да? Но. У него только началось. Вот сейчас я начал марафон, он продолжит. Роман, а ты купил-то что, тоже будешь это, учиться? Права купил, ездить не купил. Ездить купил. Но меня настаивается. Я тоже права, когда получил, долго не ездил. А потом сел и поехал. А ты раньше играл на гитаре? Нет. Нет? Нет. Я надеюсь просто, что она будет лежать, а потом раз и возьму и сыграю. Знаешь, так чудо верит. Ну он играет, он скромничает, он так слегка. Особенно на нервах. На нервах у одного учителя, да. Вот это вот. Ну я ее на концерте, кстати, пел, но еще раз повторюсь. Не сказка это, не легенда древняя. Иисус Христос был вознесен на крест. И мертвым был во гроб положен с древа. И в третий день из мертвых он воскрес. Воистину воскрес, и легче дышится. Воскрес, нам говорит ребенка взгляд. Воистину нам пение птичьим слышится. Воистину воскрес, цветы твердят. Сегодня праздник ближнему и дальнему. Пусть слышится под сводами небес горячее приветствие пасхальное. Христос воскрес, воистину воскрес. Воистину воскрес, и легче дышится. Воскрес, нам говорит ребенка взгляд. Воистину нам пенье птичьим слышится. Воистину воскрес, цветы твердят. Воистину воскрес, и легче дышится. Воскрес, нам говорит ребенка взгляд. Воистину над крыльем птичьим слышится. Воистину воскрес, цветы твердят.
не скрыть, не удержать нам этой радости. Мы торжествуем, мы поем сейчас. Христос воскрес, вы вместе с нами радуйтесь. Воистину воскрес Он и для нас. Воистину воскрес, и легче дышится. Воскрес, нам говорит ребенка взгляд. Воистину над пением птичьим слышится. Воистину воскрес, цветы твердят. Воистину воскрес, и легче дышится. Воскрес, нам говорит ребенка взгляд. Воистину нам пение птичьим слышится. Воистину воскрес, цветы твердят. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот так вот. Ну, если мы вам не надоели, можно тут еще две тетрадки использовать. Ну, давай, продолжай. Вот. Много. Здесь вот есть такие песни, «Благовестие», например. Давай «Благовестие» тоже. Интересно. Наши поездки. «Благовестие». Первое, «Возвращение» – это второй вариант. А «Благовестие». Там еще у тебя это, которую ты на день обращения своего написал там. Это какую ты имеешь в виду? Ну, когда ты говорил, что там у тебя это... Когда занятия начал посещать-то. День Евангелия-то у тебя там. А, ну, День Евангелия. Так это я, наверное, «Благовестие» вот и написал. А, это есть? Да-да. Первый, который... Да, первый вариант. Угу. Ну, так я условно назвал. 14 февраля. 1994 год, в городе Барнауле, первый раз я посетил занятия по изучению Священного Писания в Алтайском государственном университете. Вот. Меня пригласил Александр Дмуха, сейчас он не православный, вот. Мы молимся за него, за обращение. И вот этот день я так условно назвал День Евангелия, когда я услышал Слово Божие и толкование отцов церкви. Меня удивило то, что вот тогда читал Игнат Тихонович, вел вторая глава Евангелия от Матфея, одну строчку он, стих прочитает, и толкование такое пространное. Но он блаженный Феофилакт перепечатал тогда, у него была такая, ну, можно сказать, тетрадь общая. Вот, и он нам читал, еще и дополнял там святых отцов Златоуста Василия Великого. И я удивился, что один стих — это такая глубина мудрости. Это меня сразу. А я мудрости тогда искал Еленской. Изучал стоиков, Анне Синека, письма к Луцилию. Вот у меня был такой томик, друг мне давал тогда. Я даже конспектировал. Мне вот эти мудрые изречения нравились. А тут как раз Слово Божие. Которые, ну это глубина мудрости, не человеческая, а именно божественная. И я сразу конспектировать стал. Я не сидел, у меня много тетрадок исписано было. Там вот на Скворечнике, помнишь, да, заходишь, там полки целые. Да. Даже они прогибаются, настолько книг. Вот, если даст Бог как-то тут сделать мне, полочки сюда перенести, ну это потом уже. Там, я думаю, вам не мешает пока. Нет. Вот, а это «Благовестие» на музыку, помните, песня «Надежда», Герман, Анна Герман пела, вот, «Компас земной». И вот в 2014 году, в 2014 приехали мы с «Благовестия», я, Игнат Тихонович и брат Николай, ну и четвероногий бессловесный пес «Ураган», чемпион России. И я по осени еще ходил, напевал «Надежда», думаю, «Надежда, надежда», там светит незнакомая звезда, такие слова. Почему нам-то незнакомая? У нас знакомая есть, не просто знакомая, которая нас возрождает. Христос, утренняя звезда, написано. И я давай, у меня мелодия крутится, крутится, хорошая мелодия, но слова надо другие. О, так надо же с поездкой с нашей связать. То мы ездим, мы... Видео есть, да, ну а чтобы песня была. И вот
где-то в декабре, наверное, 2014-го, ходил, вот, и не зря ходил за угла в угол, там еще и записал. Ну, каждый стих сложно, я не поэт, сложно давался. Там все это вот, чтобы это и по ситуации написать. Светит нам знакомая звезда, снова нас Господь зовет в дорогу. Слово Божье мы везем туда, где не знают люди совсем Бога. Трое благовестников в пути, а четвертый вовсе бессловесный. Ты в молитве вспомни, помяни, чтобы не мешали благовестию. Благовестие, призыв небес, проповедовать падшим заблудшим. К благовестию зовет Бог Отец, Слово Божье открой и послушай. Прошлая поездка провосил, много мы ошибок совершили. Если я кого-то огорчил, кротко говорю, меня простите. Утренняя светит нам звезда, это нас Христос зовет дорогу. Много тут положено труда, чтобы наш спецназ летел в Европу. Благовестие в Европу вперед, покорим Словом Божьим пленяя. Благовестие, настал наш черед, едем мы ни на что не взирая. Дальняя дорога, краткий сон, мы в степи ночуем под охраной. Вот уж догорает наш костер, завтракать пора и ехать надо. Медлить нам теперь никак нельзя, Господи, благослови в дорогу. Наш наставник смотрит вдаль туда, Бога видит он открытым оком. Благовестие, книги дарить, этот хлеб по водам пуская. Благовестью заповедано быть, на начальника жизни взирая. Если наш Господь позволит нам, снова мы увидим ваши лица. Мы расскажем, что же было там, будет чье-то сердце часто биться. А пока молись, люби и верь, если вдруг мы все не возвратимся. В небо нам открыта Богом дверь, только бы ни в чем не усомниться. Благовестие, призыв Христа, проповедовать падшим заблудшим. Пусть дорогу освещает звезда, только ты будь всегда, брат, послушным. Благовестие, призыв небес, проповедовать падшим заблудшим. К благовестию зовет Бог Отец, Слово Божье открой и послушай. Я говорил в 2014-м зиме, в 13-м. В 13-м первая была длинная поездка по Восточной Европе. Вот по России, Восточная Европа. А вторая это 14-й. А 15-й уже не мы ездили. А во главе был старший брат Александр Марьясов. Христос воскресе, Александр, если будешь смотреть ролик. Вот. Ну и второй вариант уже возвращения. Это вторая поездка, 2014 год. Закавказье, Турция, Западная Европа, вплоть до Лиссабона мы на нашей легендарной газели
протарахтели, пробороздили. Вот. Франция, Германия и Швеция, там мы сломались. Вот тут кратко тоже все отражено. Это уже было в дороге написано. Николай чаще всего был за рулем, как опытный дальнобойщик. А я штурман, который секретарь, там записи делал всякие, дневник вел, там подсчет денежный и так далее. Ну и время было, возьму черновичок и давай из себя что-то вытягивать. Ой, это не то, вот это вот. Не то открыл. Благовестие-возвращение. Кто-то едет летом отдыхать, море, пальмы, бары, рестораны, но жизнь дана Христа нам здесь познать, в сторону прельщения обманы. Трое благовестников пути возвещали людям путь спасения, а четвертый чемпион страны, лучший пес, и в этом нет сомнения. С возвращением встречают друзья, и на улице наше веселье. С возвращением благовестие Христа пронеслось до края вселенной. Дальняя дорога, города, разные народы и столицы, посетили много государств, видели мы радостные лица, неземная радость на лице озарялась светом благовестия. Видели мы братство во Христе, и души словно белые невесты. С возвращением встречают друзья, вознесем благодарность мы Богу. С возвращением родная земля принимает сынов своих снова. Испытаний много на пути, вот сломалась наша колесница. Боже всемогущий, помоги, надо нам усерднее молиться. Руки брата Господи направь, людям к сердцу проложи дорогу. Ветхое ненужное исправь, и чтобы не взимали денег много. Благовестие так много преград устраняет Господь своей силой. Благовестие наши ноги спешат покорить всю Европу, Россию. Позади остались Лиссабон, Рим, Мадрид, Париж и Копенгаген. Вот дела не выдержал мотор, возвращаемся в родную гавань. Ты, Россия, нас скорей прими, стройные березки и равнины. На Алтай в июле мы зашли, видно, как желтеют Божьи нивы. Благовестие, призыв Христа проповедовать падшим заблудшим. Благовестие встречают друзья, воспоем мы осанна все дружно. Благовестие, призыв Христа проповедовать падшим заблудшим. Благовестие встречают друзья, воспоем мы осанна все дружно, воспоем мы осанна все дружно. Так. Все. Аллилуйя. Ну, пока все, потом продолжим. Жив-здорово будем.
Христос воскрес! Воистину воскрес!